Сегодня последний день регистрации для сдачи централизованного тестирования в резервные дни. Шанс только для тех абитуриентов, которые пропустили основные испытания по уважительной причине. В первую очередь по состоянию здоровья. Сдавать испытания в резервные дни можно будет только в Белгосуниверситете 6 и 8 июля по русскому и белорусскому языкам. Также 6 и 10 июля для остальных предметов.